Японии «Звездные войны» были переплетены с самого начала. При создании своей трилогии Джордж Лукас опирался на исторические драмы «Джедаи» и «Гекки». В основном он вдохновлялся Акирой Куросавой, чей стиль постановки боев он перенял в «Звездные войны». Поэтому с тех самых времен Lucasfilm мечтала создать аниме по этой вселенной, но проблем у студии так хватало, так что 2D-адаптацию пришлось отложить в долгий ящик. Пока Disney не поглотила Lucasfilm и, забив на все каноны, пошла клепать свою трилогию с Блэк Джеком и Адамом Драйвером. Но так как Disney может выделять огромные бюджеты, дверь в аниме-мир снова приоткрылась. Оставался только один вопрос. Как сделать это аутентичным, при этом позволить аниме-студиям вносить свое видение? Lucasfilm связалась с Production IG и хотела начать свой альманах именно с них, но как-то дело не пошло. Тогда они обратились к Cubic Pictures, который специализируется на аниме-коллабах. Они помогли организовать другие студии и запустить производство. Вот они слева направо. Tamikaze Doja, Twin Engine, Trigger, Kinema Citrus, Production IG и Science Saru. В декабре прошлого года состоялся анонс альманаха, и уже 17 августа Disney выкатила релизный трейлер. Вот теперь мы можем перейти к поэпизодному разбору. Одинокий Ронин пришел в богом забытую деревню подлатать своего R2-D2. Туда вторгаются разбойники-ситхи и требуют с местных дань. Начинается перестрелка, которая нарушает самурайскую нирвану. Пафосной походкой наш герой объясняет обидчикам, что так делать нельзя. И по всем законам Акиры Куросавы вступает в битву на мечах. Эта серия сразу демонстрирует, как бы выглядела вселенная Лукаса в японском антураже. Своего рода поклон в сторону самих «Звездных войн» и эпохи самурайских фильмов. Это понятно по стилистике эпизода, сеттингу и подходу к боям. И музыке. Про это я буду говорить после поэпизодного разбора, но скажу сразу. Она крутая. И вот тут мы встречаем контраст с моими ранее сказанными словами. Серия про музыку получилась откровенно проходной. Юный джедай пытается от кого-то сбежать и угождает в жилище слизня. Организовывает с ним рок-группу, и в один прекрасный момент к ним наведывается Боба Фетт. Он пришел по поручению Джабы, чтобы забрать слизня на казнь. Что тот натворил, не говорят, но после недолгой погони его все же забирают. Парень грустит, друзья грустят, но у них рождается план. Они пригоняют на Татуин, просят Джабу дать им сыграть последнюю песню с их другом, и... тот решает его не казнить. Как? Почему? Ну, ладно. Зато песня красивая, это правда. Брат и сестра должны запустить суперпушку и взорвать планету, но кто-то решил своровать энергоблок. Им оказался брат, который сделал это ради спасения своей сестры. В видении он увидел, как ее разорвет от этой энергии и решил уберечь от этой участи. Сестра же в целом была не против помереть за империю, и на этой почве развязалась семейная потасовка, и тут... просто вау. Смотря на эту эпичность и визуальную проработку эпизода, сразу понимаешь, какая студия работала над ним. Правда, у меня остались вопросы, как они вообще выживают в космосе без скафандров и общаются между собой. А кто-нибудь вообще задумывался, что там с ребятами на корабле? Но вот здесь стилистика может быть обманчивой. Эпичности от истории ожидать не стоит. Это уже какой-то slice of life от мира «Звездных войн». Треть серии мы бродим с новобрачными по лесу, потом пьем на их свадьбе и под самый конец наваливаем джедайских пенделей бандитам. Но от этого история не становится скучной. Суть ее в том, чтобы показать личности, а не махач с разрывом корабля. Поэтому упор тут на создание атмосферы и погружение в события. Для этого и введен персонаж главной героини. Она тоже не знает о местных проблемах и получает новую информацию вслед за зрителем. А потом уже помогает взмахом меча разобраться и дать пару напутственных слов молодоженам. Силы зла взяли верх над джедаями, и во всей галактике не осталось ни одного светового меча. Да и самих джедаев можно пересчитать по пальцам двух рук. Они получают сообщение от некого человека, который хочет собрать всех джедаев вместе и восстать против сил зла. Находят мастера световых мечей, который тайком делает их для осуществления этого плана. Но из ниоткуда появляются ситхи, и нашей героине приходится поработать курьером. На месте встречи происходит вот это поворот, а потом она отправляется спасать своего отца. На этом все. Такая вот очень открытая концовка. С одной стороны, да, красиво, местами забавно, и как история для завязки пойдет. Но проблема именно в этом. Ощущается как эпизод для развертки истории. Нас познакомили с главной героиней и дали поинт, что она одаренная и могла бы стать джедаем. Познакомились с отцом, который выступает мотиватором для дальнейшей истории. Далее других персонажей, которые описаны парой слов и как-то должны быть задействованы в сюжете. А потом берут всю эту формулу, пихают в одну серию и оставляют с клиффхенгером. То есть по смысловой нагрузке серия бесполезна. Возможно, цель этой серии как раз выбить у Дисней полноценный сольный сезон.
потому что рассматривая в контексте аниме-альманаха, я не понимаю, зачем эта серия вообще нужна. Если первая серия делала поклон в сторону Куросавы, то это смахивает на отсылку к Остробою. Я возьму за пример американский фильм и аниме Осаму Тэдзуки, создателя Остробоя. Все они начинаются с того, что мальчик-робот просыпается и мотивирован заняться чем-то грандиозным. Отец, конечно же, его ото всего оберегает и просит не лезть в подвал. В нашей истории мальчик-робот пытается найти кристалл для меча, чтобы стать джедаем. Обходя запрет отца, он все-таки добирается до подвала и видит звездолет. Решает потыкать разные кнопки и как-то дозваниваться до звездного разрушителя. Да. Ну как там с деньгами? Это приводит к тому, что злые силы вычисляют, где находится это место. И вот неожиданность, отец мальчика-робота был джедаем. Его забирают и, по-видимому, убивают, но так как это история детской направленности, то нам о последствиях решают не говорить. Мальчик-робот сплакнул и пошел продолжать дело отца, восстанавливать экосистему планеты. Но спустя кучу времени появляется злодей и начинается великая битва между ребенком и кем-то вроде Дарт Вейдера. Он очень пытается победить, но тут появляется видение отца, которое говорит сыну: «Не волнуйся». Но он парень послушный, осознал, в чем сила победы, и грохнул Дарта Вейдера. На этом хэппи-энд, и мальчик-робот отправляется помогать другим планетам. Чем-то вроде этого занимаются герои следующего эпизода. Мастер и ученик патрулируют некий сектор космоса. И тут мастер улавливает темную силу с одной из планет. Прилетают туда, находят корабль ситхов и удивляются. Ведь их давно победили и всех уничтожили, но, видимо, какой-то сорячок смог затеряться в космосе. Герои с ним сражаются и... конец. Когда я говорил, что The Ninth Jedi проходной эпизод, то, видимо, я еще погорячился. Попробуем оправдать это тем, что такова задумка — сделать горизонтальный эпизод без завязки, привязки, развязки. Просто сделать чашку Петры, запустить в нее пару джедаев и одного ситха, а потом наблюдать, что будет. Это, конечно, тот еще СПГС, но... может, этот эпизод отсылка к одному мему? Маленькая Фури сбегает из имперского рабства и встречается с дружелюбной девочкой по имени Очо и ее на вид строгим отцом. У них формируется семья, и оказывается, что отец – глава всего города. Спустя 7 лет Очо вырастает и решает перейти на темную сторону. Она всячески подбивает отца прогнуться под систему ради своего же народа. Но как истинный джедай-самурай, он наотрез отказывается от этого. Конфликт накаляется до такой степени, что между ними начинается война. Наша Фури-героиня получает от отца джедайское благословение и сражается со своей сестрой. Она не хочет этого, пытается образумить сестру, но ничего не выходит. После битвы они расходятся, как в космосе корабли, и конец. Скажу сразу, эта серия мне очень понравилась. Как по стилистике, так и по сюжету. Только с парой оговорок. Во-первых, непонятно, почему Очо решила начать топить за темную сторону. Во-вторых, принятие в семью рабыни было слишком нелепым. Ты можешь быть частью нашей семьи! Очо, ты не можешь говорить такое вслух. Смотри! Разве не прекрасно? Посмотри, что ты натворила. Теперь это было бы позором не пригласить ее. В остальном эпизод понравился. Есть, пусть и нелепая завязка, конфликт и стильная битва сестер, которая... да, заканчивается открытой концовкой. Забавная ситуация с 9-м эпизодом. Тут тоже открытая концовка, но история героя выглядит четко законченной. А самое интересное, что весь его путь изначально предрешен. Это работает на всю атмосферу серии, делая ее самой пессимистичной во всем аниме-альманахе. Уже потасканный временем джедай набредает на каких-то разбойников. Если бы не ударившая в голову сильная боль, то он с легкостью победил бы их. Благо ему на помощь приходит троица в лице сбежавшей принцессы, чью сторону захватила империя, и двух проводников. Они отправляются к дворцу, чтобы сразиться силами зла и отвоевать страну. Добравшись туда, наш джедай сражается с тетей принцессы, которая встала на темную сторону. И вот тут впервые мы видим иной финал. Дело в том, что у джедая было видение. Он убьет кого-то в маске и встанет на темную сторону. И, конечно, он всячески пытался этого избежать, но судьба была непоколебимой. Как и было в видении, он убивает человека в маске, и ей оказывается принцесса. Тогда ему предлагают перейти на темную сторону, и так он сможет вернуть ее к жизни. Джедай любил принцессу и не хотел, чтобы она умирала. Да и противиться судьбе было бессмысленно. Поэтому он соглашается на условия. Принцесса и вправду оживает, а наш герой уходит за красные ворота к армии Империи. Именно этим и выбивается история. Она как бы нарушает поставленные рамки предыдущих 8 эпизодов. Вполне возможно, это коллективное решение всех студий, и так изначально было задумано, но это не делает эпизод менее интересным. Я уверен, что раз этот проект делают под контролем Lucasfilm, все ключевые решения пришли от них. Например, чем дальше смотришь, тем заметнее, что все серии делались по одной концепции. Завязка, где знакомят с персонажами, они что-то делают, и независимо от действий, в конце появляется злодей. С ним наш герой сражается и уходит в закат победителем.
Сравним с тем же альманахом «Любовь, смерть и роботы», где абсолютно свободные формы повествования. Один эпизод может работать по принципу зацикленной истории, другой рассказывать, что там творится в холодильнике, а третий уйти в рефлексию на тему популярности, важности и привыкания. Да, я понимаю, что серии «Любовь, смерть и роботы» никак не связаны одним сеттингом или идеей, кроме приведенных в названии существительных. Поэтому там есть куда разгуляться, в отличие от «Звездных войн», но смотря на 9-й эпизод, понимаешь, что можете. Просто не дали. И я предполагаю почему. Когда анонсировали аниме «Альманах», то говорили о 10 эпизодах, но на выходе мы получили 9. Мне стало интересно, почему. Если вы заметите, то у основной франшизы «Звездных войн» тоже 9 эпизодов. Это что, совпадение? На самом деле, я думаю, таким образом Дисней прощупывает почву. Возможно, и правда из этих эпизодов вырастут отдельные аниме-сериалы, которые будут продвигать франшизу. В «Звездных войнах» музыкальное сопровождение играет большую роль. Ведь надо передать то, чего мы никогда не ощущали. Как можно передать беззвучный космос или движение лазерного меча? Ладно, этому научила основная франшиза. Но вот смешение японской культуры «Звездных войн» требует иного подхода к музыкальной подаче. Есть еще нечто важное, что делает этот альманах чуть интереснее. Подача и атмосфера эпизодов погружают в свою историю, а постановка и прорисовка боев в каждом эпизоде вызывает гордость за японских аниматоров. Я, как человек, который не является фанатом «Звездных войн», смог проникнуться этим миром. Да, несколько эпизодов я бы откровенно скипал, но в остальном это классная серия со своей локальной историей. Если давать какие-то рекомендации и ставить оценки, то своё похвально этот альманах заслуживает. Эй, подожди, хватит нарастающей музыки, я не хочу...